Болельщики вернутся на трибуны. Ближайшие домашние игры «Мамонты Югры» проведут со зрителями. Эта новость появилась на официальном сайте югорской молодежки и в соцсетях. Ранее в округе был зафиксирован высокий уровень заражаемости коронавирусом. Поэтому в целях безопасности было принято решение провести матчи с тольяттинской «Ладьей» без зрителей. Но сейчас врачи отмечают спад, поэтому болельщики смогут посмотреть хоккей с трибун. 15 и 16 января подопечные Олега Таубера будут противостоять команда «Сарматы» из Оренбурга. Начало матчей в 17 часов. Напомню, что совершеннолетние болельщики допускаются на трибуны только по предъявлению QR-кода и документа, удостоверяющего личность.